Приветствую вас, Оксана. Я вот не знаю, насколько вам откликнется мой ответ. Вот. Возможно, никак, а возможно и понравится вам то, что я скажу. Но вот мой опыт, он говорит о том, что не помогают людям поиски причин. То есть да, это приносит облегчение, иногда это приносит облегчение такое достаточно длительное. Вот, то есть человек понимает причину, ему становится понятнее. Вот, ему становится понятнее многие вещи. Но дальше может возникать следующая ситуация подобного рода. И если человек опять нуждается в понимание того, что происходит и почему так происходит, то человек оказывается в зависимости. Вот. В зависимости от, ну, там, условно говоря, от других людей, например, в зависимости оказывается человек. Вот. К сожалению. И ничего нет здесь такого вот, я бы сказал, позитивного. Вот. Поэтому на мой взгляд, по моему мнению, имеет смысл вам разобраться не в том, почему так происходит, а в том, как вы на это реагируете. На то, что там, к примеру, делает ваш мужчина, если это ваш мужчина. Ну, как вы на это реагируете, как вы к этому относитесь. Ах, вот. И тогда будет лучше все. Гораздо. Тогда будет все гораздо более понятно для вас. Вот. Сейчас вы зависимы, в большей степени зависимы, как мне кажется. Вот, зависимы от того, что с вами, вероятно, происходят те же вещи, что и с, ну, этими женщинами. Которых вы описываете.
и вас это тревожит, вас это беспокоит. Вот. Я думаю, что вот если меня спросить, как возможно ваша обесценивание? Я бы сказал так, что восприятие женщины как исключительно инкубатора для ребенка и последующее отстранение ее на задний план, на там, на второй, на третий план и так далее. Вот. Мне кажется, что это связано с тем, что женщина сама в какой-то степени допускает это. То есть она сама в какой-то степени считает, что вот это правильно, что так можно с ней поступать. И поэтому мужчина просто отзеркаливает ей то, что она сама думает и так. Это, конечно, неприятно, вот, потому что, ну, все-таки кто-то хочется, наверное, ну, чтобы больше ценили, вот, чтобы больше уважали, чтобы больше ценили. Но я думаю, что многие женщины сводят свою ценность, да, к рождению как раз ребенка только. Понимаете? И мужчине нужно просто взять это на вооружение, да, мужчине нужно просто отразить это. Вот. И все. Соответственно. Вот поэтому вот это вот то, что мне кажется здесь важным, то, что кажется мне ценным здесь. Вот так вот. Поэтому чем тратить свои ресурсы на понимание, собственно, других людей, да, лучше обратить внимание на себя, вот именно вот сами на себя, вот, и
решите, что лично вы будете делать в этой ситуации, ну, в ситуации, когда вот так обесценивают вас. Вот, например, обесценивают вас. Если говорить про то, откуда появляется такая позиция, что здесь самое главное, жена нет. То тут разные моменты есть очень, противоречивые, я бы сказал, противоречивые основания для подобного проявления. Первое основание это ликвидация конкурента. То есть, условно говоря, мама обращала внимание на только детскую составляющую, в своем ребенке. Например. Учит его ребенка не обращать внимание на ни на что другое. Например, там учит не обращать внимание на гендерную составляющую, на социальную составляющую, на там какую-то еще составляющую, если это присутствует. Вот. И это важно, достаточно. То есть, таким образом, мама точно уверена, что ребенок воспринимает себя только как ребенка, да, как вот, ну, находящегося в зависимости, скажем так, от родителя. Будет зависим от мамы. Вот. И эта зависимость от мамы обеспечивает матери уверенность в том, что ребенок будет с ней. То есть это такая вот собственническая немножечко, а может быть даже и не немножечко, любовь получается. Сделано это, как вот вы, я надеюсь, понимаете, для чего это сделано. Делается это из страха остаться в одиночестве. Вот, из страха быть ненужной никому. Ну, в основном, конечно, тут проблема того, что человек не нужен сам себе, конечно. Вот, это понятно. Ну, как бы, здесь это, на мой взгляд, совершенно очевидно. Вот. Есть еще другая причина. Как бы
если как бы ребенку внушали, что самое главное это он, да, ребенок, не взрослый там, нет, а он, и самое главное это его желание, делали на этом такой вот несколько дисфункциональный, я бы сказал, акцент на этом деле, вот, то ребенок будет общаться с детьми, потому что это такой человек, простите, будет общаться с детьми, потому что это единственное, что он понимает, это единственное, в чем он разбирается, это единственное, что он знает более-менее адекватно, это единственное, что он знает. Он больше не знает ничего. Вот. Ну вот, что важно здесь понять, наверное. Вот, отсюда и, соответственно, идет вот этот вот позиция такая, что лучше я буду там взаимодействовать только с ребенком, а с женой не буду, потому что я не знаю, какой я мужчина, да? То есть я не знаю, какой я при общении с женой, я знаю, какой я с ребенком, да, вот, а какой я с женой, я не знаю. Вот. То есть это, по сути, результат и следствие того, что в человеке, апрофировано его другие роли, которые должны быть. Это гендерная составляющая, это социальная составляющая, это личностная составляющая, ну и так далее. Понимаете? Вот. То есть тут как бы такой вот момент. И, соответственно, это, ну, в какой-то степени это бегство от своей несостоятельности. Это очень важно, Мэн, это очень важно. На мой взгляд, это очень важно. Я могу вам сказать, пока что, на данный момент, это то, что я могу вам ответить с точки зрения психологии. На этом все, пожалуй. Я надеюсь, что это было вам интересно. Надеюсь, что вам это будет полезно. Надеюсь, что дал путь, дал направление к размышлению. Вот. Будет здорово, если вы сформируйте обратную связь и поделитесь потом ею. Вот. Ну, то есть, тут вот. Не обязательно всем, да, то есть можно поделиться, в принципе, с тем психологом, которого вы выберете. Вот. Но тем не менее важно, чтобы
та обратная связь, которая у вас сформировалась, вот, если сформировалась, чтобы эту обратную связь вы именно выразили. Вот. Удачи вам, всего вам самого доброго. Будем на связи.